Ураза-байрам – древний праздник щедрости и милосердия. Пандемия изменила традиционный ход торжеств, но не смогла изменить сути. У мусульман принято в этот день совершать добрые поступки. В преддверии праздника жители нашего округа получили более 300 продуктовых наборов, которые им доставили на дом члены Духовного собрания мусульман России совместно с представителями Общественной палаты округа. У нас стандартные наборы, куда входят 2 килограмма муки, рис, макароны, также сладости, хлеб и картошка, и все, что необходимое. Помощь приходит ко всем. Основная категория, безусловно, старшее поколение. Пожилым людям необходимо оставаться дома и не в простых условиях вынужденной изоляции. Им так нужны помощь, забота и внимание. Как во время Великой Отечественной войны наши деды показали пример, помогая друг другу, независимо от вероисповедания и национальной принадлежности. Спасибо большое ветеранам за мирное небо. Мы должны внимание выделять, пока они живы. Желаем им здоровья, крепкого и счастья. Устроители акции рассказали, что заявок поступает очень много. И эта деятельность сегодня объединяет множество активистов. Все больше людей готовы предложить свою помощь. Акция «Мы с вами» продолжается. И впереди еще много добрых дел. Елена Морозова, Артем Ломоносов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Спасибо.